Всем привет! И с еще раз наступившим 2015 годом, годом козы. И хочу быстро пробежаться по своим подаркам. У меня их было, в принципе, не так уж и много, но те, что были, покажу. Какие-то еще идут по почте, которые я сама себе купила и решила сама себе подарить. Значит, хочу начать с таких эксклюзивных подарков. Это от моей сестрички. У нас такая проблема. У меня, по крайней мере, все время, когда мне кто-то дарит комплект из 4 бокалов для шампанского, один или два все время на каком-то из праздников побьются, потому что чаще всего употребляются. Ну и вот мне сестра предложила подарить красивые эксклюзивные 4 бокала для шампанского. И вот она мне подарила. Я покажу один из этих бокалов. Так, вот я просто уже всех сложила. Такие бумажечки завернула. Вот так выглядит. Эти бокалы она делала сама. Вот такая у них красивая позолоченная ножка. Такие у них бабочки очень красивые. И по кругу вот такая пущена красивая золотая лента с такими кристалликами. Плюс сама окоемка, или как, не знаю, правильно назвать, очень красиво выполнена в таком же стиле золото-черном, не знаю, как сказать. В общем, золото и черный цвет. Очень красиво. Причем каждый бокал в своем цвете. Вот, допустим, это в таком красиво розовом цвете. Их 4, как я уже сказала, где-то зеленый. Так, в каком у меня еще тут? В синем, в красном. То есть все свой цвет. То есть каждый бокал это эксклюзивный бокал. Очень мне безумно понравилось, очень так оригинально, очень красиво. И 100% кто бы ни приходил ко мне в гости, все будут спрашивать, откуда ты взяла такой бокал, потому что такой бокал в магазине не купишь. Он такой эксклюзивный получился. Вот такой. Сейчас я сразу же уберу, чтобы мне его не разбить. Я их всех сложила в коробку. Нашла такую коробочку. И положила их и уберу их куда-нибудь в полку. Так, следующее. Я сама себе купила такой лак для ногтей от Seat. Я говорила уже об этих лаках. Это американский бренд. Мне понравился лак, так как он долго держится. Но вот я не знаю, почему-то вот этот у меня быстро, конечно, сошел. Другой у меня был такой цвет полотенца. Он быстро у меня сошел. Ну, в общем, я была просто в Текимаксе, и там была скидка. Там практически всегда скидка. Ну, вот лак обычно стоит 9 паундов. Тут он стоил 3,99. Я решила взять. Мне очень цвет понравился. Вот он на сводче. Сейчас попробую сфокусировать. Если передастся. Всегда проблема с передачей света. Вот он такой. Он такой, как мне кажется, такой очень оригинальный и очень такой, ой, интересный цвет. Может быть, так вот получше передастся. Он такой, как переливается. Очень красивая кисточка. Я уже показывала у этих лаков, как выглядит кисточка. Попробую вот на свету. Вот, как на свету. Он очень такой интересный, очень красивый лак. Цвет, вернее. Цвет это у нас, мне кажется, что это 42-й. По крайней мере, тут вот написано 42. Нигде какие-то другие названия я не нашла. То есть, наверное, все-таки 42-й. Вот тут тоже написано 42. Наверное, все-таки 42-й, потому что другого цвета какого-то я вот не нашла. Но очень красивый такой цвет. Мне он очень понравился, я поэтому решила себе его купить. Также сестричка моя подарила. Все это было, эти бокалы были красиво, очень оформлены, но вот очень жаль, что у меня не осталась эта коробка. Я бы вот сфотографировала ее, вставила бы сюда, но я просто этого не умею делать, поэтому вот, к сожалению, но все было очень красиво оформлено в таком красивом очень цвете. И были такие вот полотенчики маленькие и большое.
мне очень нравится, что я маленькие для лица использую. Вот маленькие, беленькие были такие же, очень красиво. Также были палочки пахучие. Вот я специально оставила коробочку, чтобы показать фирму. Ну вот мой муж постарался, ее выбросил. Видимо, он убирал или что. Не могу я ее найти. Если найду, покажу в каких-нибудь пустых баночках. Запах просто обалденный. Такой... Я его в комнату поставила, ушла на кухню, и потом я на кухне думаю, чем таким вкусным пахнет? Я зашла в комнату, я поняла, чем же это таким вкусным пахло. Это пахло вот этими палочками. Безумно вкусно. Если я где-то найду в магазине, я обязательно такой же куплю, потому что запах, он непередаваемый. Он очень вкусный, что вот я сказала, пахнет комната даже вся. Что меня удивило, обычно палочки, ну, так себе, средние. Эти палочки вот меня очень поразили, что они действительно пахнут, пахнет комната, пахнет кухня. Вкусный очень запах мне понравился, такая зелененькая жидкость была. Вернее, она до сих пор стоит. Ну, мне кажется, нету смысла показывать эти палочки, потому что названия на них все равно нету. Я пыталась найти хотя бы, что это за запах, но, к сожалению, не было. Вот найду коробочку, покажу. Также моя сестричка подарила мне вот такие вот патчи для глазок. Nourish My Eyes. Вот, наверное, это фирма. Фран Вилсон. Не слышала такую я фирму, но она очень нахваливала эти патчи для глаз. Тут огурец и экстракт зеленого чая. 36 этих патчей. Что тут интересно, то что тут есть палочка, чтобы их брать. Как она мне сказала, их нужно сболтать, потому что там как жидкость такая. Вот. И потом... Ой, вкусно. Свежо очень пахнет. И вот такой штучкой. Так. Одну патчу такой один брать на глазик и ложить. Она говорит, очень хороший результат. Ей очень понравилось. Вот. Хорошо, что она мне подарила, потому что, если честно, я тоже хотела попробовать. Она мне их нахваливала очень. И вот она мне их решила подарить. Спасибо ей большое. Потому что я тоже подумывала их купить. Она их очень нахваливала. Такие увлажняющие патчи для глазиков. Вот. Следующее, что мне было подарено... А, также в этом комплекте лежали такие елочные снежинки. Шарики, очень красиво оформленные шарики, но у меня дочка их забрала. Я, видимо, они очень ей приглянулись. И она мне их забрала, не отдала. Такие декоративные шарики. В общем, там очень было много таких красивых оформлений. Но это ладно. Следующее, что мне было подарено, это Пандора. Я вот хотела всю Пандору. Двойную Пандору. Я все не могла решить, одну или двойную. Вот. Двойная. Пришли к выводу, что двойную подарит. Мне муж это подарил. И вот такую он мне выбрал. Шармик такой. Называется он, по-моему, Sky. Sky Star или какое-то небо. В общем, что-то про небо было связано. Этот шармик, вот что-то про небо. Вот я точно помню, что вот что-то про небо было. Он заказывал через интернет, и через интернет выглядел этот шармик гораздо ярче. Вот эти звездочки, в них встроенные камушки, вот эти камушки были прям яркими, большими. И вот это значит серебро, а вот это золотой шарик, в нем тоже встроенный камень. И все это выглядело, конечно, гораздо ярче, как муранское стекло выглядело. Очень ярко, очень красиво. Ну, пришло немножко, он разочаровался. Ну, неплохо, мне нравится. Я вот как раз хотела очень, и надеюсь, что в каких-либо другие праздники мне кто-нибудь еще подарит шармик, вот, потому что я хочу
чтобы они у меня с чем-то ассоциировались. Я не хочу просто их скупать, чтобы они у меня абсолютно ни с чем не ассоциировались. Вот, допустим, этот шарик у меня будет ассоциироваться, что мне муж подарил, там кто-то мне подарит, будет ассоциироваться у меня с тем человеком. То есть вот каждый шарик я хочу, чтобы с чем-то был ассоциирован. И, кстати, Пандора, как всегда, она присылает в своих красивых коробочках. Вот она прислала в такой красивой форме на коробочке. Здесь, наверное, не видно. В общем, здесь лежала сама Пандора. Здесь лежал этот шармик. Ну, все очень-очень красиво оформлено. Как всегда у Пандоры все на высшем уровне. Вот. Такой вот подарок был. Также на работе у нас среди коллег такой есть. Каждый год проводится такой секретный Санта. То есть каждый выбирает все имена, ну, грубо говоря, в шапке, а потом каждый выбирает имя, никто не знает, кого он выбрал, и в определенный день, то есть перед праздниками, все в офис под елочку ложат подарки, соответственно, с именами, и потом каждый, ну, приходит Дед Мороз, выдает всем подарки, или если же так получилось, что в этот день у вас был выходной, или, например, в моем случае я просто задержалась, было очень много бумаг, не успевала просто справиться и припоздала, ну, ничего страшного, все эти подарки лежат под елкой, можно просто подойти, взять свой подарок с вашим именем. Я не знаю, кто его мне подарил, соответственно, я тоже кому-то дарила подарок, и тот человек тоже не знал, что я ему дарила, вот такой вот секретный. То есть подарки недорогие, от 50 до 50 паундов. То есть такие недорогие маленькие подарочки. Но зато приятно каждому человеку получить. И вот у меня секрет Санта, то есть секретный Дед Мороз подарил мне вот такой комплект от Body Shop. Здесь такая сумочка, мне нравится. Я вот поеду, по крайней мере, планирую поехать на Тенерифе в апреле, и вот с собой возьму такую сумочку. В ней что мне нравится, что здесь маленькая губка, потому что в прошлый раз в отеле не было, вот в Египте мы были, в Египте не было вообще губки, то есть вот я возьму поэтому на всякий случай такую, очень удобно, что такая тут губка, ее возьму, потом такой маленький масло для тела, сколько здесь, 50 миллилитров, как всегда у Body Shop очень такое масло крепкое, но вкусно пахнет, и мне нравится, кстати, масло мне особенно на зиму очень нравится, оно долго впитывается, но оно действительно долго держит это увлажнение. Все из серии, так, а что, ши, по-моему, да, ши, все из серии масла ши. Вот, маленький такой гель для душа, я его тоже с собой возьму в отпуск, потому что в прошлый раз гель для душа был какой-то отвратительный, такое ощущение, что просто такой купленный самый дешевый гель для душа, разведенный с водой, вот он плохо, он очень плохо мочалил и как-то, в общем, какая-то ерунда, на всякий случай вот возьму с собой. И такой маленький крем для рук, 30 грамм, мне кажется, они. Мне Body Shop нравится, вообще любая их серия мне нравится, поэтому, конечно, это мне Дед Мороз очень-очень угодил тоже. Также мне было подарено от Soap and Glory такой комплект. Такой красивой баночки, вот от Soap and Glory, все это в такой красивой баночке оформлено. Здесь были крем для рук, скраб для тела, опять же масло для тела. Здесь более такое, как лосьон для тела, все-таки, а не масло. Все вкусно пахнет, мне очень нравится Soap and Glory. И опять же гель для душа, то есть тоже, ну здесь 75 миллилитров, тоже можно куда-то его взять в путешествие. Все это вкусно очень пахнет, у них все в таком красивом стиле и оформлено, и все вкусно пахнет. Так, следующее было уже по моим, это я просила, чтобы мне подарили мыло для бани. Оно популярное, это сибирское мыло для бани от бабушки Агафьи, за волосами и телом уход.
Ой, большущая. Вот, черное мыло Агафьи. Все знают уже, наверное, я просто уже, наверное, последняя, кто его купила, что здесь такой красивый листик лежит, пахнет. Ой, вот действительно лесом таким прям пахнет, очень вкусно пахнет. Но я его купила чисто для волос, потому что я мою, моюсь так, голову я имею в виду, я мою два раза мылом и один раз шампунью, и потом кондиционером. И вот я обычно использую простое мыло, но вот я решила попробовать вот это мыло. Его все хвалят, очень удобно. Вот буду теперь таким мылом пользоваться для волос. Я думаю, оно быстро будет, хорошо будет смываться. То есть буду пробовать, все очень хотела. И также по моей просьбе я попросила себе такую коробочку для масел. У меня их не очень много, но вот я потихоньку их скупаю. И вот мне их, если честно, уже некуда ложить. Вот хотела себе что-то. И вот попросила себе коробочку для масел. Вот мне такую подарили. Очень мне нравится. И я использую масла только для ванны. То есть 2-3 капли для ванны. Для лица я... В принципе, я не использую масла для лица. Вот если они у меня только попадутся в каких-то коробочках красоты, в каких-то серумы, вот эти сыворотки, если какие-то будут. И только на зиму я их, только на ночь использую. Я вообще не любительница особо использования масел, поэтому только на зиму их использую и сама их не покупаю. Ну, когда я покупаю вот в таком виде, в баночках масла, это только для ванны, я их никуда, хотя их можно и в парфюмы, и кто сам изготавливает мыло, и на лицо, то есть, ну, и можно много куда их употреблять, но я их только в ванну. И вот у меня их тут немного, это деревянная коробочка, я вот всегда, когда покупаю какое-то масло, я вот ложу, чтобы мне всегда помнить, что дает, вот, допустим, масло апельсина, он освежает, бодрит, сильное эротическое действие, при стрессах, депрессии, бессоннице используется. То есть я всегда вырезаю и ложу, чтобы мне всегда помнить. Или вот в таком виде тут было просто вот так. В коробочке приложено, и опять же всегда буду помнить для чего. Вот тут, допустим, масло у меня сосновое, вот душевное равновесие, опять же стресс, упругость кожи, омолаживает, в общем, короче, чтобы помнить примерно. Такие у меня масла тут есть, у меня их только 4 пока что, но вот я планирую поехать. Когда летом поеду в отпуск, куплю себе еще вот эту сосну, я покупала в прошлый раз. Я не зацикливаюсь на фирмах, потому что мне это без разницы, я их в ванну. То есть, если вы не в ванну, то там какие-то определенные фирмы желательно брать. У меня это все эфирные масла, все можно в ванну. То есть, сосна такая. Потом у меня тут есть, это от Tropic. Тут разные, тут лимон, бергамот, грейпфрут, пачули, лайм, лимон и ментол. Очень хорошее сочетание, очень вкусно, кстати, пахнет. Так цитрусово вкусненько пахнет, ванну тоже, цитрус, кстати, преобладает. Ванну тоже можно так полить. Потом лаванда, конечно же. И апельсин. Буду, вот, как я уже сказала, планирую скупать еще. Вот шоколад хочу купить. Было у меня в планах купить шоколадное масло. Ну и вообще посмотрю розовое масло, опять же, посмотрю, пойду в отпуск, поеду, вернее, в отпуск, куплю здесь как-то. Ну, может, здесь, не знаю, пока как-то не придавала этому значения. Ну вот, на этом было и все. Жду свои посылки. Но это будут просто какие-то покупки, уже это не будет к новогодним относиться, ни к подаркам, ни к чему. Поэтому спасибо за внимание и всем пока!